Никита, ты че орешь-то? Какие бабки? Сколько тебе бабок дать? Сколько там гостя упал? Сколько это говоришь? За ремонт, ну дайте. Сколько за ты гостя упал? Так сколько, ты говоришь, сколько тебе дать? Ну 8к дайте вот это. 8к пойдет, 8. Ну на тебе 8к, бля. Прекращай орать, что ты орешь? Разве это большие деньги, что пора? Это шахэпер? На, вот тебе еще. Это косарь! Где? Ну обижаете меня, обижаете. Обижаете, деньги обижаете. Ну, я тебе дал. 900 рублей. Да пойдет, 928. Чтобы у меня ровно было на руках. Ну где же ремонт? Ну, хватит, а нет? А 3к где еще? Ладно, 2к, 2к еще, 2. Да 5-6к хватит. Так. Да ну, нет, вы обманываете. Так, все, поехали, я ему дал. Андрюх, поехали. Я думаю, тебе, ну, полностью обслужат. Автомобиль. Я тебе еще отсыпал. Тебе это там 12 дали. 15. Да ему 20 дали, наверное. Я ему только. Давай еще раз, слышь? Паша. Все, без базара. Возьми курик, Паша. Не, давай посмотрим. Меня интересует этот F-ка и Mercedes, блядь. Что-то я не могу вообще понять. Я ж дергаю его. О, слышь, Андрей, какая у тебя максималка на F-ке? Нет, сейчас мы сделаем по-другому. Идем, поехали. Сейчас я посажу Пашу за твой Mercedes, а тебя за Панамеру. У тебя, наверное, пинг охуенный. Вот мы сейчас посмотрим, как дернет его Mercedes с Пашей. Так, Паша, я хочу делать. А F-ку поедет кто F-ки? А на F-ку поедет Андрей. Поехали. На камне максималка ты знаешь. Не заморачивайся, Паша. Нас это не волнует. Серьезно? Ну нормально. Так я ему денег отсыпал, я ему так дал. Паша, это суть человека, понимаешь? А сущность человека, да, это страшная ерунда. Тысячи, они мне деньги не делают. У нас сейчас интерес на чем? У нас интерес все-таки в автомобилях. У нас интерес другой. Если мы кого-то покалечили в этом интересе, мы дальше.